Я не работаю для того, чтобы быть где-то звездой, певицей, там, актрисой, либо уникальной, неповторимой. Я, помнится мне, в свое время, в 2014 году, когда журналисты спрашивали, а вот вы стали медийной личностью, вот посмотрите клип «Няш-мяш», там и тому подобное. Меня это так, знаете, немного, не то чтобы беспокоило, а... Ну, смущение было, потому что я не хотела быть такой медийной личностью. Я хотела стать настоящим прокурором. Я и говорила, вот я никаких не шмяш, да, вот я прокурор и все. Поэтому и выбор мой связан не с тем, чтобы стать, быть, оставаться какой-то неповторимой и уникальной. Нет. Я хочу приносить пользу. Я хочу делать так, чтобы от моей работы были видны результаты. И результаты для Родины, для людей. Конечно, это очень приятно и почетно, когда оказывается ты медийная личность. Это очень приятно. И я благодарна тем людям, которые смотрят на меня, которые там в интернете читают, что я сказала, там странички ведут, ВКонтакте. Сама постоянно захожу и читаю, что же там написали-то. Очень интересная страничка. Комментируйте. Я, нет, не комментирую, но честно, даже оценки ставлю. Вот уже 2 месяца назад просто с другого аккаунта зарегистрировалась, там ставлю оценки, что мне нравится, чего не нравится. Очень интересно. Я благодарна этим людям. Мне на самом деле гордостно и, ну, правда, приятно. Но бояться куда-то идти и что-то менять, чтобы не потеряться на чьем-то фоне, ну как можно дальше работать? Ну как можно дальше жить? Да нет. Я не боюсь этого менять. Я иду туда, куда мне нужно идти, и где от меня будет польза. Ну, я считаю, что на все воля Божья. Вот если от моей работы будет добро, будет все получаться, и люди будут благодарны, дай Бог. А если просто быть какой-то персоной и работать для медийности, я считаю, что не совсем правильно.